Обычно спрос вызывает предложение. Я не думаю, что в данном случае все произошло наоборот. Так вот, что же явилось спросом на тяжелый рок, на металл? Ну, спрос на тяжелую музыку вообще у нас не особо велик, потому что сейчас кругом правит попса бал. Ну, потому что это более доступно, более просто, более... Все это более, ну, как проходит так, шаляй-валяй. В общем, всегда тяжелая музыка сопровождалась просто большим, во-первых, живым звуком. Во-первых, живой звук, всегда живой звук. Во-вторых, всегда это было какое-то шоу такое, более-менее такое. Всегда связано с какими-то этими, ну, нюансами там. В общем, аппаратура, все это дело. И поэтому так особого спроса нет на музыку, на тяжелую. Все это очень все трудно, и поэтому тут все на собственном энтузиазме происходит. Ну вот вы говорите, что спроса нет, и тем не менее мы видели тысячи зрителей, которые приходят, скандируют, которым нравится слушать металл. Ну это фанаты, это... Ну он сейчас возрождается, в принципе, не возрождается, но в Советском Союзе, по крайней мере. Что же осталось от него там... Сейчас есть какой-то СНГ, там, не знаю чего. Просто это просто потихонечку поднимается все. Потому что все-таки я думаю, что хорошая музыка, музыка, которая действительно это самое, не по фонограмму, не это все, действительно, люди, которые боятся работать вживую, которые не умеют просто работать вживую, они просто в конце концов задухнут, и на место придут хорошие, нормальные музыканты, которые работают, действительно работают на сцене, а не так. Просто. Ну, хорошо. Для неподготовленного слушателя, который впервые слышит металл, ему, как правило, представляется эта музыка набором громких звуков. А вы как считаете? Во-первых, все зависит от аппаратуры. Все, большинство вариантов, все варианты зависят от аппаратуры. В общем, практически на наших концертах никогда не было хорошей аппаратуры. Все делалось шаляй-валяй и так вот на проволочке. Ну, пытались сделать хороший звук, пытались. Естественно, зрители, которые приходят на концерт, могут чего-то не расслышать. Могут. Потому что все это так, ну, сумбурно. Ну, вот, и поэтому вообще лучше всего, конечно, слушать где-то... Вообще эта музыка, ну, на концертах просто люди приходят смотреть на музыкантов. А слушают обычно эту музыку где-то дома через хорошую аппаратуру, через хорошую запись. Поэтому кому-то может... Просто надо вслушаться. Просто надо вслушаться. Ну, вот, я не считаю это набором каких-то нот там, или там чего-то еще. Ну, вот, ну, в принципе, конечно, у каждого свое мнение. Ребята, вы подключаете свое время разговора, если вам есть что сказать. На Западе существует масса всевозможных теле- и радиопередач, посвященных тяжелому року. У нас наши телерадиопередачи уделяют этому вниманию гораздо меньше. Как вы думаете, почему? Возможности, наверное, нет у них. Нет денег. Может, никому это не надо. Просто складывается такое впечатление, что никому это не надо. Не знаю, там надо просто вникать. Я так мало с этим связан. Дело в том, что для тяжелого рока нужна более мощная аппаратура, а в Союзе у нас практически аппаратуры-то нет. Поэтому концерт проводится мало, рекламы практически тоже никакой. Ну вот рекламы практически никакой, все-таки эта музыка является популярной. Согласен с вами, потому что это живая музыка. А если бы, ну допустим, большую часть своего эфирного времени телевидение и радио отечественное уделяло именно вашей музыке, металлу, харду, как вы считаете, была бы она такой же популярной, как сейчас? Даже больше. Нет, наверное, даже больше, потому что у нас был бы какой-то стимул, а так мы, ну, на пределе. Можно сказать. Ну, то есть работаем на собственном энтузиазме. Да. Все это делается только на собственном энтузиазме. Так мало. Действительно, просто практически тебя никто не замечает, ты никому не нужен. И работаешь сам как, ну, то есть в душе ты музыкант остаешься, но на голом месте музыкант. То есть ничего нет, никто за это дело не берется, никаких спонсоров, ничего. Одним словом, то есть, своему стилю. Вот. Поэтому это самое. Таким. То есть вы считаете, что здесь не действует принцип «запретный плод сладок»? Даже я не знаю. По-моему, плода-то как такового нету. Нету того, что можно увидеть, то, что посмотреть. Этого нет. Сейчас весь экран заполонила попса. Практически, если бы была бы какая-то конкуренция хотя бы, даже, предположим, 50 на 50, то есть 50% музыки, там, металл, 50% там, попса, там, 50% хард-рок.
Просто металл, во-первых, очень много разновидностей. Мы играем один металл, положим там, пусть другие играют другой металл. Это совершенно разные вещи. Но вот хотя бы даже, вот было бы хотя бы это что-то, вот хотя бы так вот. Хотя бы какая-то была конкуренция. Потому что сейчас практически невозможно вообще даже чего-то говорить об этой музыке, потому что ее нету, ее практически не существует. Она, не знаю, сейчас в подполье, но на телевидении ее нету. Ее нет на телевидении. Сейчас все кругом, и поэтому судить они как вообще о чем-то, которое есть запретный плод. Там, это, а потом тяжелый рок, это намного труднее, допустим, заснять на телевидении там, или записать каким-то образом. Фонограмм же легче, воткнулся в пульт, там все, по метафону, крутится. А мы же играем на живую, и поэтому трудно очень со звуком работать. И телевидение как вот записать? Нас как это будет подписать, я не знаю. Да, но западное телевидение пишет. Это западное телевидение. Если западное телевидение, допустим, у нас как делается. У нас обычно как? Новая вещь, она сразу идет, у нас, она сразу записывается у них, правильно? И сразу идет в программу телевидения. То есть она уже имеет свой имидж, правильно? А у нас такого нет. У нас, допустим, если есть новая вещь, это надо ждать до определенного времени, когда-то она выйдет в свет. То есть опять, когда-то надо ждать концерта, вот такой же тусовки, допустим, как здесь. Вот у нас появилась, допустим, новая вещь. Эта вещь у нас лежала в копилке, допустим, полгода. Вот пока мы не вылезли в Варсад, там не выставили вот эту новую вещь. Вот тогда у нас только ознакомились с ней. А так как таковой, эта вещь, она... Хорошо, спасибо. Спасибо. Металл, как вы считаете, это музыка интеллектуальная? Это вообще-то элитарная музыка, на любителя. В основном это музыка для молодежи. Это же музыка... В принципе, выплеск какой-то энергии, там, напорость, вообще, все. Поэтому, в принципе, молодежь слушает, а старшее поколение уже хотят более спокойно жить. Ну, музыка не для всех, просто это самое. Все дело в том, что можно вообще, в принципе, расширить границы металла. Может даже и какая-то возрастает другая категория, может быть, совершенно. Может быть, совершенно другая возрастная категория, например, там, ну, от 15 до 50. Ведь есть же, вот, например, вот когда в Тушино был концерт, ведь приходили... Там, не знаю, приходили люди, которым по 30, по 40 лет. Они приходили слушать AC/DC, это было прекрасно, вообще это было здорово. Ну вот поэтому рок жив и, я думаю, не умрет, пока живут такие люди. А какова социальная основа этой музыки? Что она несет в себе? Зло, насилие, нетерпение? Ну, практически разная музыка совершенно. Я еще раз сам скажу, что музыканты, вот сколько здесь команд представлено, они совершенно играют, может быть, непосвященному зрителю это покажется, что они играют одно и то же, ну, то есть, там, джи-джи-джи, бу-бу-бу, но совершенно стиль разный совершенно, и поэтому, предположим, это самое, кто-то играет там более тяжелое, каждая музыка несет в себе направленность, то есть, обязательно, не обязательно это самое, там, предположим, зло и насилие, то есть, это самое, кто-то поет о зле и насилии. Там, предположим, кто-то поет там про сатану, там какие-то сатанистские там стихи, там, я не знаю, кто-то поет там о несправедливости в мире, там, это просто разные вещи. Ну вот, и поэтому, ну, музыка, критерии разные у музыки. Просто это самое, команд много, и они не похожи друг на друга. Хорошо, если черный обелиск поет в своих песнях, в них доминирует слово «убей», это что, нужно понимать в буквальном смысле? Вот каждый вообще-то у черного обелиска спросить, я думаю. Это лекция будет. Можно сказать, в принципе. Просто каждая музыка несет в себе направленность разную. Я говорю, вот черный обелиск такая музыка. У них свои текста. Например, попса же не будет петь «убей». Правильно? Это покажется просто глупо. Они поют про любовь. А так как музыка тяжелая и постоянно идет на пределе, и поэтому такие слова. Вообще, это самое, такая музыка, лично в моем представлении, она. Должна это самое, иметь английское звучание. Это чисто это родное звучание этой музыки, то есть чистые текста английские. И поэтому русские текста как-то не ложатся. И тем более русский немножко корявый язык. Так, именно для этой музыки. То есть вы считаете, что эта музыка чисто западная, и синтез западной музыки с нашей здесь невозможен в металле? Синтез стихов невозможно. Просто русский язык с английским. Ну, вот это самое. Русский язык немножко не подходит к этой музыке. Потому что он более, он тяжелее. Не знаю, даже тяжелее. Вот. И так, потому что вот стихи такие вот должны именно быть на английском языке. Многие считают, что тяжелый рок наносит травму здоровью, а также моральный ущерб нашей молодежи. Ну, мы так не считаем. Это свои проблемы у всех. У каждого свои проблемы. Просто я, например, сколько играю,
уже, дай бог, лет 8, наверное, я ущерба здоровью не чувствую. Так а как же, ну, пап, все девушки плачут, это разве не ущерб? А нас мальчики прыгают, какая, в принципе, разница? Разврат молодежи, да. Не очень этичный вопрос. Говорят, что все металлисты – отъявленные алкоголики и наркоманы. Я конкретно про меня, я не пью, не курю, конкретно про меня. Вот, конечно, это дело личное, это дело каждого. Не обязательно металлист должен быть наркоманом. Я глубоко уверен, что среди попсовиков достаточное количество наркоманов и достаточное количество алкоголиков. Поэтому просто как-то повелось, не знаю, может быть... Кто-то там, не знаю, там на Запад просто посмотрел, вот там показывают, там, да вот они там пьют, да вот они там курят, да вот они там колются. Ну, не знаю, это, мне кажется, просто какие-то досужие домыслы. Просто это какая-то ерунда.